Здравствуй, мой няшный анонимус. Сейчас я попробую записать няшное видео и поскребу немножко ноготочками. И пошуршу очень няшным пальчиком. А еще у меня есть макарошки Соба. И они тоже так приятно скрипят. Сегодня купленные в новом магазине, открывшемся у нас в Угличе. А вот это тоже очень вкусные макарошки. И они тоже в упаковочке так скрипят и шуршат. А пакетик. Яблочками, вкусными яблочками. И снова пакетик шуршащий. Сегодня я разбиралась в своем шкафу и обнаружила ужасно много шмоток. И там лежал этот пакетик. А это коробочка. В ней очень вкусная штучка. Кунжутная нуга. Я попробую расчесать свои волосы. И также расчешу твои, мой сладкий няшный анонимус. А вот очень вкусная мятная конфетка в шоколаде. А еще вишенка в шоколаде. Вот в такой коробочке. Она так шуршит, скребется. Так и хочет утихомирить тебя, мой няшный анонимус.
Знаешь, на этом наше с тобой свидание заканчивается. Надеюсь, ты в восторге, мой сладкий анонимус.